радость моя, в нас действуют три воли. Первая – Божия, всесовершенная и всеспасительная. Вторая – собственная, своя, человеческая. То есть, если не пагубная, то и не спасительная. И третья – бесовская, вполне пагубная. Вот эта-то третья, вражеская воля, и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия. Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию, и как мы невнимательны к Его о нас попечению, когда Бог говорит: «Се стою при дверях и стучу», разумея под дверями течение нашей жизни, еще не затворенной смертью.